Вот, значит, у меня сейчас отдельная палата. Но без душа. Это с душем 100 литров, это следующая. Она немножко больше. Тоже одноместная. Вот. Короче, на всякий случай перевели на карантин. Что мне очень большой плюс получается. Вот. Тут сейчас еще проблемки кое-какие появятся. Комиссию частично придется перепроходить. Ну, в общем, посмотрим, как там будет на самом деле.